Из уважения к наследникам британского престола к ним нельзя обращаться, как к малышам. В воспитании наследников британского престола Кейт Миддлтон и принцу Уильяму помогает Мэри Поппинс Кенсингтонского дворца Мария Баралла, выпускница Норланд-колледжа, готовящего лучших в мире нянь. Женщина проводит много времени с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и маленьким принцем Луисом и, конечно же, давно нашла с малышами общий язык. Однако есть одно единственное слово, которое Марии запретили произносить в присутствии правнуков Елизаветы II, обращаясь к своим подопечным, няня никогда не говорит им «малыш». Как рассказала королевский эксперт Луиза Херин, которая изучала учебный процесс в Норланд-колледже целый год, это правило неукоснительно соблюдают все выпускницы заведения. Слово «малыш» запрещено. Это знак уважения к детям как к личностям, говорит Херин. Эксперт пояснила, что вместо этого Баралла зовет маленьких принцев и принцессу по именам или просто называет их детьми. В остальном, отмечает издание Mirror, королевские отпрыски ведут жизнь самых обычных детей. Мария и сама герцогиня Кембриджская уделяют детям очень много времени и даже успели сдружиться, заботясь о них.